Опа, сейчас переведу. Всем привет, дорогие друзья. Значит, сегодня я наконец перевел April. Ее зовут April. Это канал ILG. Вы недавно смотрели ее реакцию на песню «Грешная страсть». Вот, я перевел ее первую реакцию на SOS, хотя я это делал уже давно, но я потерял этот перевод, и поэтому мне пришлось перевести заново. Это очень эмоциональная, очень местами смешная в хорошем плане реакция. Давайте вместе все посмотрим. Сейчас будет магия. А вот и вся магия. Всем привет, ребята, и снова добро пожаловать. Сегодня я буду делать реакцию на кое-что другое. Итак, я случайно увидел этого... Сейчас я произнесу его имя. Димиш. И он будет петь песню SOS. И вообще-то я знаю эту песню. Раньше я любила петь, а также я просто обожаю музыку. Однажды я смотрела X-Factor Australia, и, по-моему, там выступал человек по имени Мэтью. Я точно не уверена, какое у него было имя. Там он спел именно эту песню, и потом я полюбила эту песню. Я слышала, что Димаш поет просто невероятно, и поэтому мне нужно было послушать его версию. Поэтому я подпишусь на него. Думаю, это его канал. Да, я подпишусь на него. Я обожаю эту песню. А также поставлю лайк. Где мои наушники? Давайте-ка я надену свои наушники. Окей, ребята. Если честно, я очень взволнована. И песня на французском, если я не ошибаюсь. Да. Думаю, на французском. Окей, он выглядит так мило. Обожаю эту песню, а также я знаю только начало этой песни. И я не знаю французский. Oh my God! Автор этой песни не пел ее вот так. Воу-воу-воу. Откуда взялся этот низкий голос? О боже мой, ребята, это было круто. Его вокальный диапазон просто невероятен. Слушайте, как он идет вниз. Из-за него я заплачу. Он... У меня уже мурашки. Я не знаю, прошла только одна минута, и я не знаю, смогу ли я досмотреть это видео до конца. Сейчас я шокирована, у меня просто нет слов. I love this song. Обожаю. Люблю эту песню. Oh my God. Я не смогу досмотреть это видео до конца. Я просто не смогу. Его вокальный диапазон, я просто не могу. Я никогда раньше не видела никого с таким вокальным диапазоном. Просто никогда. Он может брать такие низкие ноты, а еще он может брать такие высокие ноты в своем головном голосе, точнее фальцете. Это невероятно. А еще он может вот так переключаться. Эту песню так и так сложно петь. It's beautiful. Sounds like an
He's an angel. Я не ожидала такого. Значит так, мне тут нужно повысить громкость. Вот здесь, немного. Но эта песня... О, мой бог. Окей. Я обожаю его версию. Не может этого быть. Вот серьезно, ребята, я не смогу досмотреть это видео до конца. Нельзя сказать этого достаточно раз. Его вокальный диапазон... Я не могу. Его он про... Я... О май гад! О май... Он продолжал. Успокойся, Эйприл. Что это был за голос? Окей, я скажу это в десятитысячный раз. Его вокальный диапазон... Он родился с таким талантом. Вера так не умеет. Вера так не умеет. Что это было? Вокальный диапазон, который есть у этого парня, это просто невероятно. Сколько ему лет? Кто он такой? Почему я раньше о нем не слышала? Откуда он? Oh, he's hot too. I'm sorry. I had to throw that out there. Oh, the run. Эти раны. Этот ран. Этот парень нереален, нет? Клянусь вам, наверняка он самый лучший певец в мире. Этот парень самый лучший певец в мире. Нет, не если, а он самый лучший певец в мире. Я никогда раньше не слышала у человека такой диапазон. Я слушаю абсолютно все жанры музыки. Все жанры. И на разных языках. О, мой бог, из... Oh my...
Я никогда не смогу так спеть. Мне нужно больше его песен, либо свои собственные, либо каверы. Что? Он певец? Как бы, у него есть собственные песни. Natural born talent and angel. No fucking way. То, как он... Лучший певец в мире. Я не могу. Я просто не знаю. У меня просто нет слов. Думаю, сейчас я в режиме пропуска, потому что я не знаю, что сказать. Вокальный диапазон. То, как он заходит и выходит безо всяких усилий. Это невероятно. Мне так снесло крышу. Вот тут. Он также заставляет все выглядеть так легко. Димаш Кудайберген, Казахстан! О, да, мне нужно послушать, что он скажет. Да, я знаю, что песня на французском. О, нет, у меня что, не будет перевода? 27 лет. 1,91? Этот парень настолько талантлив, что даже не смешно. Он так талантлив. Я так сильно удивлена, впечатлена. Я хочу знать больше о нем. Я просто не смогу сказать это достаточно раз. Его вокальный диапазон, а также он заставил все выглядеть так легко. Он даже не вспотел. Я так поражена сейчас. Я не могу. Мне нужно больше его выступлений. Ну, так вот она реакция, надеюсь, она вам понравилась. И реакция, и она. У меня на этом на сегодня все. Увидимся, надеюсь, завтра. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписываться. И всем пока.